Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу необычный способ приготовления булгура. Нам понадобится лук, помидор, перец и булгур, который нужно хорошенько промыть. Итак, сначала нарезаем овощи. Как вы знаете, булгур можно приготовить в подсоленой воде, просто ничего не добавляя, и есть вместо гарнира. Но такой способ быстро приедается. И вместе с овощами булгур будет не просто гарнир, а полноценное блюдо. Также, если вы придерживаетесь правильного питания, булгур будет очень кстати. Просто его нужно все время разнообразно готовить, иначе он приестся. И поэтому такой способ будет как-никак кстати. Итак, овощи нарезаны. В кастрюлю наливаем растительное масло и обжариваем на нем лук. Затем добавляем перец и чеснок. Перемешиваем, немного обжариваем. Дальше добавляем томатную пасту, перемешиваем, обжариваем. Последним в кастрюлю отправляем помидор. Закрываем крышкой и тушим 10-15 минут. Затем в кастрюлю бросаем булгур. Добавляем специи, это у меня соль, красный перец, паприка, черный перец. Отдельно приготовим воду. В кипяток бросаем бульон, перемешиваем и этой водой заправляем булгур. Если воды покажется мало, добавляем кипяток. Когда бульон закипит, закрываем крышкой и убавляем огонь. Через полчаса можно открыть крышку, посмотреть, готов ли булгур, также перемешать. Очень вкусный булгур готов. Всем тем, кто будет пробовать, желаю приятного аппетита. До новых встреч, пока-пока!